Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом применения индивидуальным предпринимателям налоговых вычетов по НДФЛ. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И в данном письме рассматривался вопрос о возможности применения предпринимателям налогового вычета в виде расходов на приобретение жилья, либо расходов на уплату процентов по целевому займу. Отвечая на данный вопрос, во-первых, Минфин приходит к общему принципиальному выводу о том, что любое физическое лицо, в том числе имеющее статус индивидуального предпринимателя, имеет право на применение налоговых вычетов по НДФЛ при наличии доходов, которые облагаются по ставке 13%. При этом Минфин оговаривается, что соответствующий налоговый вычет, связанный с расходами на приобретение жилья, он не применяется к доходам индивидуального предпринимателя, которые облагаются в рамках спецрежимов. Однако, в том случае, если индивидуальный предприниматель имеет доходы, которые облагаются по ставке 13%, то он может уменьшить эти доходы на имущественный налоговый вычет, связанный с расходами на приобретение жилья, либо связанный с расходами на погашение процентов по целевому займу. Таким образом, индивидуальным предпринимателям необходимо принять во внимание данное разъяснение в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!